20-й раз иду мимо Филатова, но не могу не снять. Мне он всегда, знаете, кого напоминал? Актера Виктора Проскурина, кстати. Очень близки они ментально, который «Выйти замуж за капитана» снимался. Но сейчас не о нем, но вот Леонид Филатов. Ребят, ну что тут можно сказать? Вы же сами все прекрасно понимаете. Очень серьезно все. Ты лучшее творение Господа, любовь моя. Полностью из металла сделана. Очень серьезный актер. Все тогда орали, что пьяный сидит, передачу ведет, чтобы помнили. Никто не знал, что он смертельно болен. Выполнял эту миссию. Вспомнить забытые имена.